Итак, американец Брэндон Мросс на льду. Спортсмен, который сделал не то чтобы невозможное, но крайне непростое. Сумел исполнить на соревнованиях четверной лутц. И в произвольную он тоже его поставил. Но безумству храбрых. Форстом, достойным лучшего применения, практикует попытку прыгнуть такие аксель, хоть 2,5 оборота Брэндон Мросс, но во второй части программы это у него не получается. Рассыпался окончательно американец. We'll be right back.
Ну что, в призах контесте? С таким выступлением Брэндон Мросс, мне кажется, сейчас опустится очень-очень низко. Уж точно не выше Константина Меньшова. Расстроен, безусловно.